Всем привет, меня зовут Серега, Сайбербанана, и специально для тебя лайфхаки, фишечки, трюки на Дасте, как ты просил. Но я хочу тебе сказать грустную новость. Меня смотрит без подписки 90%, ты понимаешь? Я тебя, братан, прошу, подпишись, поставь колокольчик и поставь лайк. Это меня будет продвигать в Ютубе, а для тебя я буду делать годный контент. Ну что, поехали годноту смотреть! Но начнем мы с одной из важных фишек, а именно как на Т-спауне вырубить снайпера. Наверное, помнишь, я рассказывал про такой прицел, а именно мои бинды. Ссылочка наверху, кстати, там будет, найди, подсказочка. И в описании тоже ссылочку найдешь. Суть такова, ставим ее, находим, видишь, вон там каменный кружок такой. И выставляешь потом раз, два с половиной. Берешь флешку, убираешь прицел и накидываешь. Чик и сразу забираешь, понял? Сразу улетаешь, забираешь. Что мы видим со стороны противника? Допустим, мы стоим, ждем, контролим, и тут нам прилетает такая вот флешка. Да, она слепит на где-то на четверть секунды, но поверь, этого достаточно. Если не веришь, смотри, сейчас я тебе в паблик зайду, покажу. Так, настраиваем, значит, мы это накидываем и сразу пикаем. Вот так это делается. А так это делается. Вторую пушечную фишку используют профессиональные игроки. Расскажу, как это делать. Встаешь около клетки, целишься вот в эту штуку, просто бросаешь смоук, и у тебя появляется царская, просто нереально царская щель, где ты можешь убить как и машину, так и подъем. Видно, все идеально, но сам видишь, братан. Также давай залетим сейчас в паблик, и я покажу, рабочая ли эта фишка. Один я на шарту, никого больше нет. Надежда только на меня. Смотрим. Нет никого, тут никого нет. Тут никого нет. Рабочая тема, пацаны. Третья жирная флешка тоже выход на мид, но со стороны террористов. Смотри внимательно, как это делается. Берем флешку. Встаем в угол, не в самый дальний угол, а вот в предпоследнюю ступеньку вот эту. Целимся в самый нижний край вот этого полотна. Начинаем бежать, бросаем флешку. Она отскакивает просто мощно. И она слепляет, если честно, ослепляет примерно на 3-2 секунды. Этого достаточно, чтобы вот так выскочить и завалить одного и, возможно, второго. Флешит абсолютно все. Не веришь? Летим опять в паблик и смотрим, работает ли эта фишка. Сразу же вставляем, все так ставим, целимся на эту штуку, с разгончика накидываем, его трогать не будем. Вот он слепой, видите? Эй, это мой был фраг, алло. Ну, в принципе, ребят, засчитано. Засчитано, вы сами видели, чел просто вот так вот. Депчик делал. Поехали к следующему. Смотри, интернет-сайбер, тут надо писать банана. Ну ладно, кстати, не будем далеко отходить от шарта. Есть годная фишка. Видишь вот это от антенн? Сюда кидаешь, смог, и через Ctrl встаешь, и слазишь вниз, и все, и тебя вообще не видно. За счет чего? За счет того, что здесь, видишь, большой кусок дыма торчит. И ты резко спрыгиваешь вниз, и тебя не видно. Но обязательно через Ctrl. Смотри, как это делается. Вот, берешь, накидываешь и потом спокойненько через контур лоп и начинаешь вырубать. Вот чел меня вообще не... долго не... смотри, он вообще не палил меня до последнего, видишь? Это даже находясь, что я был, видишь, где, ну, то есть он где был. А если человек, который стоит на гусе либо еще где-то, вообще не видно, братан, понимаешь, о чем я? А вот этот лайфхак поможет сделать так, чтобы ретейка не было. А именно, когда постановка бомбы уже осуществлена, ты просто просишь своего тиммейта, чтобы он встал здесь, подсаживает тебя. И ты контролишь весь мид. Ах, как это сочно, я представляю, ребята бегут с КТ-спауна, и ты-то такой, опа, я здесь. Но если ты не веришь, что это рабочая тема, окей, смотри. А 100 пудов они в темке высиживают. Я бы даже в темку стреляю. Хорош. Сюда. Рабочая тема. Тип мне помог. Bench Control 05K.
Ну и самая сочная штука, которая всегда тебе даст возможность отбиться на лонгу в Солянова. Как это делается? Находишь машину, находишь вот такую вот полосу. И рядом с ней, если присмотреться, есть вот такая вот штучка, видишь? Настаешь на нее и просто бросаешь через Ctrl, вот уголочек находишь и бросаешь туда смог. Все. Он, ты сейчас посмотришь, куда прилетит. Это имба. Выход из банки. Ноги видишь, вырубаешь. Еще раз, давай покажу тебе. Ставим сюда бота. Пойду быстренько накину еще раз, покажу, как это делается быстро. Ты просто прилетаешь, находишь вот эту сразу точку, подсоединяешься к ней, встаешь, накидываешь смог и просто бросаешь его, и полетели. Просто встречать. А? Ноги видно, но тебя вообще нет. Ну что, как тебе видос? Я считаю, годнота. Лайкусик тебе обязательно. Ну и ты сам видишь, меня смотрит всего лишь 10% подписчиков и 90% без подписки. Так что я жду от тебя кнопочку подписаться, красненькую на серенькую сделай, окей? Хорошо, дружище. Кстати, конкурс в понедельник в прямом эфире будет, братан. Первая ссылочка в описании. Ну что, я погнал, а ты, братишка, посмотри вот это годное видео.